Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мари Мистик. Сегодня 11 мая 2024 года. И вот уже Жизель в новом доме. Вот ее первое знакомство с ее новой семьей. И с теперь уже новыми подружками. А кто-то из этих девчонок еще приходится и сестренками, скажем так, родственниками, потому что в этой семье у Наташи и Виталия живут 4 выпускницы нашего питомника. Жизель была 5-я. Сейчас, как во вчерашнем видео, я хочу вставить отзыв, не только видео показать, это знакомство, видите, первое знакомство. Это Жизель. Ее теперь в новом доме зовут Дуся. Да, в честь нашей Дусеньки, родственницы Жизельки, прапрапрапрабабушки. Сейчас я буду вставлять комментарии Наташи. Ремарочка. Имена, которые в сообщении от Наташи голосовом будут участвовать в видео, это домашние клички многих питомцев. И для того, чтобы вам было понятно, о чем там идет речь, у Наташи до нас и до покупки у нас 5 собак чихуа были чихуашки, некоторые из которых в силу возраста ушли из этой жизни. И Наташа мечтала найти, похожую на их собачку, на ушедших. Поэтому сейчас, когда Наташа увидела Жизель, почувствовала ее энергетику, обняла ее, познакомилась с ней вживую, не через видео, не через фото. И да, тогда вот она мне написала вот это голосовое сообщение о том, что действительно это прям вот копия ее собачки, которая в силу возраста ушла из жизни. Извините, у меня Рита, как всегда, по мне прыгает. Пытаюсь от нее спрятать кое-что, чтобы она тут ничего не погрызла. Так, давайте слушаем сообщение от Наташи и смотрим видео. Видео много, может быть, даже сделаю 2 видео, скажем так, отзыва, потому что все в одно видео не поместится, боюсь так. Да, Марина, это реально Дуся. Ошибки никакой нет. И скажу я вам, что наша Дуся настолько умное создание, так, переходим к следующему. Она видео. Это Виталий мне прислал выбрала видео. И там еще будет, потом Виталий проснется, будет видео из самолета. Такую собачку. Такое, ну, будем говорить грубо, да, тело. Так, 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 сейчас, сейчас, сейчас. Здесь еще фото Наташи. Чтобы я любила ее до опупения. Много я фото. Я говорила, что до опупения. Я фото выберу, на превью поставлю. Я люблю, это моя любовь. А видео мы с вами посмотрим. Моя Боннабелла. Моя так. Лапуся. Моя Лапуся, моя Пуся. Моя доченька. Моя лапушка. Отдыхает после перелета. Ой, у нее имен. И это просто, блин, такая копия. Так. Дуся снаружи Лапуся. Только она еще меньше, чем моя Лапуся. Она такая крошечная. Это Жизель в новом доме. Теперь ее она зовут такая Дуся. Такая обалденная. Мне сегодня так и не удалось поспать ночью. Я уже не сплю уже больше суток. Голос у меня уже вообще как у шальной императрицы. Я, конечно, боялась встречи. Как, что будет. Она ходит как у себя дома.
в принципе, все нормально ее встретили, нормально на нее отреагировали. В Ачинске плюс 27, дорогие друзья, собакам жарко. Мяско. А у нас тут минус в Ленинградской области. Не стало. Категорически. Пришлось лезть в морозилку, размораживать. Следующее мясо. Видео. Тихо, Дейенерис. Дейенерис это тоже выпускница нашего питомника. Разморозила мяско, положила ей в тарелочку. Ну так, скажем, на столовые ложки, да? Ну, скажем, на 2 столовые ложки съела. Сначала, конечно, я из ручки ей давала, ну, с руки ее кормила. Жарко. У Наташи ремонт и теплый пол. Все собачки с лежанок на пол перелегли. Плюс 27 на улице у них. Что одна, что вторая. Кушают строго с руки. Да, это лапусь у нас такой характер. Она нас любит очень до сих пор кушать из рук маминых. Ну, это нормально. Я очень даже за. И Дусенька также, но потом она, когда распробовала что-то такое, она это все из тарелки, конечно же, сметелила, накушалась, пошла еще попила. Я не видела, чтобы она пока что ходила писать, но как бы диваны, лесенки все убраны пока. С пеленками я ее познакомила, к тому же она всегда проверяет, куда ходят девочки. То есть девочки пошли на пеленку писать, она тоже за ними идет, смотрит. Ну, как бы здесь вещь такая, что это все тайные дела, и как бы они копируются друг с друга. Ну, пока наблюдаю. Да, она уже поспала уже в лежаночке, в одной, в другой. Ходит, со всеми знакомится. Аля, Люша. Да. Это Дусенька, да. Дусеньку никто мне не обижает. Киса очень спокойная, довольно-таки, она вообще миролюбивая. Я, конечно, переживала, как она воспримет. Прекрасно она восприняла, все прекрасно, в принципе, восприняли. Ну, миленькая, она на всех поругивается. Нет, она не кусается. Он так, выпады такие, типа, не лезь ко мне, я тут лежу. Я тут лежу на полу, не ходи тут мимо. В радиусе тут, не знаю, 10 километров, а кухня всего тут несколько метров. Вот такая вот она у нас, да. Девушка с характером. Но Дуся на нее даже не реагирует, на ее выпады. Мне посмотрит, дальше пошла. Говорю, молодца, Дуся. Дуся, молодца. Вот. А Пуся когда так нормально, когда полижутся, когда это... Пусть на нее так посмотришь. Типа, я сейчас тебе скажу гав. Ну, не гав, а мне такие выпады. У киса такие. Тут посмотрите за кисой. И вот этот лапуся. Это просто вообще в аккурат. Это один человек, блин. Такой вы такой. Ух, такой-то. Ух. Типа, отойди отсюда. Ой, ну я объясняю, говорю, пусть, говорю, доча. Это твоя, говорю, бабушка. А вообще, говорю, вы, говорю, ровесницы. Это, то есть, Ляля у нас в ноябре, то есть, вот ей будет 13 лет, лапусь. Да, да, да. А Дусеньке в марте, да, насколько я помню, исполнилось 12. То есть, ну вот, им обеим, скажем, вот, 12 на 13-й год. Такие у нас взрослые девушки. Я говорю, вы практически ровесницы, поэтому дружим взрослыми барышнями. Объединяйтесь. Вот такие пирожки у нас с котятами. Да, это для тех, кто переживает, когда берут собаку из нашего питомника старше года. Вот живой пример. Собака только-только прилетела в новую семью, это вкусняшки. Лапуся поигралась аккуратненько, потом не отдала. Я ее пока прибрала, пока на машинке, на стиральной лежит. Потом, когда все поспят, маленечко между собой попритрутся,
тогда им тоже эту игрушечку отдам, пускай, конечно же, играют. Пока я любуюсь сама. Вот. Да, любуюсь. Обожаю эту мышь. Она с ресничками. Да, это Наташа про подарок, эту мышку. Я реально обожаю. Которую я связала. Вот, пока что. Вот такая семья. Виталий еще отправит. Уже не смог там в телефоне определиться. Смотрит телефон, просто засыпает на телефон. Чуть-чуть несколько раз не упал из рук. Перекусил немного. Говорит, все, я в люлю. В час ночи они вчера ушел, прилетели. Принял все свои таблетки, нужные, поддерживающие все эти. Ну, то есть послеинфарктные, которые, да. Человек к нам прилетел за собакой в Санкт-Петербург после инфаркта. На самолете. И не смог просто вообще никак отправить видео из самолета. Говорит, интересно, говорит, то, что, ну, очень жестко, вообще, говорит, из Питера летать очень жестко в плане переноску, там, под кресло убирайте, там, то все. Здесь же, она у меня, говорит, я открыл, говорит, столик, она у меня, говорит, на столике в этой переноске. Я ей руку положил, говорит, она на руку положила мне, говорит, головушку. Рита! И так всю, говорит, на компьютер дорогу мы, нажимает. Говорит, летели. Я, говорит, ни разу не закрыл переноску. И, говорит, девочки-стюардессы, говорит, ходили, говорит, и нас, говорит, кормили. И никто слова не сказал, что закройте, что уберите. Рита! Вообще. Смотрите, что делает, а? Как будто так и надо. Грызет мне так этот столик вот под компьютером. Рита, уберись отсюда. Наша Дуся. Это Генриетта. Грубись. Дома зову сокращенно Рита. У нее течка, она сидит у меня на кровати. Хорошо. И нажимает мне на кнопочки компьютера. Люблю Дусю. Аж не могу. рита, прекрати мне жрать казалось, столик. Она похожа на Лапусю очень. Господи, вредная как. Ну, это просто... Игрушек целая кровать, надо скрыть мне стол. Ну, Дуся умочка. Бедность. Дуся выбрала, говорю, да, такую собачку. Чтобы мама увидела, чтобы у мамы сердце просто вообще поплыло. Конкретно. Потому что это вообще... Боже, какие у них одинаковые личики, какие у них одинаковые, они одинаково смотрят. Они одинаково дышат, когда жарко. Грызун ты мелкий, а. Боже, это... Ты что, грызун такой? Это клонирование, Марина, это клонирование. Генриетта ждет своих мам и пап. Это клонирование. Но я помню, когда Жизель была совсем, ну, вот маленькая, да, и тут видео пересматривала, что Жизель, что за Жаклин. Рита. Я не помню, что они были так на Лапусю похожи. Лапуся — это первая, ну, это предыдущая собачка Наташи. И когда она бегала, Рита, в огороде, ну, я приглядывалась в личико, как бы, но это... Ну, я смотрела, что вроде как, я вам еще говорила, что она вроде на Лапусю похожа. Так это же просто копия какая-то, блин. Это же просто вообще невероятно. Это как раз хороший, да, пример о том, как меняются это собачки с возрастом, да. В щенке не так была даже похожа на то, потому какая что, да, выросла. Я ей говорю, Дусенька, и она целуется, она радуется. Она знает это имя. Она знает, что она Дусенька. Дусенька – щенок. Рита! Дусенька – щенок. Что такое вредное-то? Да, она очень нежная, она очень добрая. Марина, она офигительная. Нет, ну правильно скажите. Разве Дусенька может быть какой-то другой?
не офигительной. Нет, не может. Дуся офигительная. Дуся — это Дуся. Это высшая проба. И для меня, Марина, это большая честь, огромное счастье, что Дуся Рита захотела, ну, так получилось, жить у нас. Но это наша Дуся, Марина. И ваша, и моя, и наша общая Дуся. С Богом и в добрый путь, в добрую жизнь. А видео, которое, возможно, ну, вы будете показывать на своем канале, да, там имя Дуся, ну, я не знаю, скрывать это от остальных, не скрывать, не самую суть. Суть, конечно же, мы оставим при нас, посвященных, да, таинство реинкарнации. Это наша история. А вот имя, если услышат или, не знаю, захотите, может быть, там, можете так сказать, что просто... Да, я подписана на канал питомника Мари Мистик уже около 6 лет. Рита. Дусеньку я узнала, когда Дусеньке было, по-моему, что-то там ей было 5 и 6 лет, что-то вот ей исполнялось. Если я не ошибаюсь, да? Да-да-да. 5 лет ей было, точно. Рита! Светная. И, разумеется, да, Дуся — это, ну, любовь, наверное, большинства подписчиков канала Мари Мистик. И я решила отдать дань уважения и памяти всеми нами обожаемой Дусеньке, и в честь нее я назвала этого ребенка. Да, и имя ей Дуся. Ребята, у меня наверняка эта запись прервет.